Домой, домой, что домой? Простынь? Да-да, там. Наволочка. Да-да. Четверо граждан Китая прибыли в Ангарск из Маньчжурии. Вот только на законных основаниях жить и работать в России эти товарищи не посчитали нужным. Отсутствие документов, необходимых на право проживания в стране, стало причиной для их принудительного выдворения. На иностранных лиц сотрудники УФМС составили административные протоколы, а самих граждан задержали. Решение суда они дожидались уже в специальном приемнике-распределителе. В период с февраля по октябрь 2013 года Ангарским районным отделом судебных приставов номер 1 выдворено за пределы Российской Федерации 76 иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся незаконно на территории Российской Федерации. В данный момент в Ангарском спецприемнике содержится 11 иностранных граждан, которые при поступлении документов будут переданы в органы ФСБ. Коля так называет себя по-русски, житель Поднебесной. Он, судя по всему, трудился в одном из ресторанов китайской кухни. Остальные были заняты в строительстве и торговле. Я когда я не понял говорить. А не можете говорить? Да. А чем здесь занимались? Работали где? Я работал в кафе, да. Повар. Да. Паспорт плохо, да. Для большинства из депортируемых билеты приобретает служба судебных приставов за счет государства. Лишь немногие иностранцы находят деньги сами, чтобы добраться домой быстрее. В сопровождении группы ГБР четырех собратьев по несчастью доставят в международный аэропорт Иркутска. По расписанию в половине пятого вечера вылет самолета в Китай. На родине выдворенцев передадут пограничным органам. Ольга Дерибера, Михаил Трышкин, местное время.